Всем привет, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы говорим о формировании инвестиционных портфелей и развиваем инвесторское мышление. И сегодня говорим именно про развитие мышления, про то, каким образом можно удвоить свой активный доход. Делюсь своими собственными лайфхаками, как у меня это происходило, какой логике следую лично я, какую логику я транслирую для своих детей, о чем я им непосредственно говорю, с тем, чтобы вопрос удвоения дохода ежегодного ни у меня, ни у моих детей, ни уж тем более у подписчиков не стоял. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. У нас целая рубрика будет посвящена удвоению доходов. И сегодня мы говорим о том, о потребительской ценности, то есть что непосредственно влияет на активный доход и какие в принципе пути есть у людей для того, чтобы увеличивать свой доход, удваивать его, допустим, каждый год. О чем здесь хочется сказать? Вот в этом видео мы начинали вопрос, связанный с удвоением дохода, говорили о принципах Паретта, говорили немного о стоимости минуты времени, и сейчас хочется просто более подробно растолковать на пальцах, какие в принципе два пути увеличения дохода есть абсолютно у каждого человека. Первый путь, и я называю это тупиковый путь эволюции, связанный с тем, что вы увеличиваете количество времени, которое вы продаете. То есть вообще, если мы говорим о деньгах, то деньги — это некая мера стоимости, и соответственно деньги получаем взамен чего-то. Мы продаем время, мы продаем результат нашей трудовой деятельности, мы продавать можем деньги в инвестициях, когда мы продаем деньги и взамен получаем тоже деньги уже с полученным доходом, и некую еще есть продажа определенного поведения, которое необходимо государству. Я в данном случае говорю о каких-то грантах, о стимулах, о поощрениях, о налоговых льготах, когда государству нужно, чтобы человек действовал определенным образом. Если вы поступаете так, как нужно государству, то государство вам платит за эти деньги. Сейчас мы про это говорить не будем, сейчас мы будем говорить в первую очередь о продаже времени и результатах. Первая история, по которой, наверное, более 50% людей в России живут, она связана с тем, что когда просто я задаю вопрос, давайте мы задумываемся над тем, как увеличить доходы. Или люди в комментариях оставляют такой пост из разряда «Я работаю там кассиром, а Максим, о чем ты говоришь, мне никто не будет платить больше в два раза. Я просто могу работать две ставки, да, или там врач, или педагог, да, то есть я могу взять две ставки и, соответственно, просто отдавая два раза больше времени, делая все то же самое, можно получить в два раза больше. Почему я это называю тупиковый путь эволюции? Потому что мы не можем увеличить количество рабочих часов более чем в два раза. То есть, если речь идет о удвоении дохода, и человек говорит, окей, я работаю не одну ставку, я работаю две ставки, это предел. Ну, то есть, три ставки ты работать не можешь просто по определению, потому что ты должен отдыхать. И поэтому, когда человек не меняется, когда он не изменяется, когда он не создает больше потребительской ценности за единицу времени, то у него тупиковый путь. Но при этом очень важно понимать, что, опять-таки, более 50% людей выбирают для себя именно этот путь. Почему? Потому что в этом пути очень мало ответственности. То есть есть определенные должностные обязанности, за что тебе платят денежные средства, за какое количество времени тебе платят. У тебя мало ответственности, то есть тебе не нужно самостоятельно решать, что, где и как делать, то есть ты уже непосредственно это знаешь, да? Вот ты дворник, соответственно, вот есть фронт твоей работы, один двор, да, или определенная площадь. А второй вариант, ты говоришь, я хочу получать в два раза больше, тебе говорят, окей, тебе вот второй двор, мети, будешь там за 16 часов его убирать, и два этих, получишь в два раза больше денег. Все, точка, да. Он говорит, когда он уже метет два двора, и он снова придет с вопросом, а дайте мне в два раза больше денег, то ему скажут, окей, дружище, вот тебе 4 двора. А 4 уже не сможешь. Или это будет некачественно. А если будет некачественно, это будет меньше потребительской ценности, и тебя просто будет депримировать за то, что ты плохо убрался. Поэтому это вот как бы первая история, связанная с тем, что удвоить доход можно путем в два раза больше работы. Второй путь, он разделяется на две подкатегории. Первая категория, она очевидная, мы об этом уже говорили. Вторая категория, она неочевидная, и мало кто ее используют или применяют в собственной жизни. Суть заключается в том, что вы создаете больше потребительской ценности за единицу времени. Или это еще мы говорим об эффективности, о производительности труда, в принципе о росте экономики, да, который присутствует. То есть почему у нас экономика всегда растет? Потому что у нас растет производительность труда. И чем быстрее растет производительность труда у конкретного взятого человека, тем больше он получает. То есть если человек повышает квалификацию, занимается тайм-менеджментом, эффективно коммуницирует, то есть для работодателя
работодателя, он создает больше за единицу времени. И тогда работодатель, понимая это, или если он не понимает, нужно ему самому это объяснить, да, то есть каким образом выросла ваша производительность туда, и попросить просто в два раза больше денег. И тогда получается, что если у вас стоимость рабочего времени увеличивается в два раза, то есть вы создаете больше потребительской ценности за единицу времени, то у вас доход начинает удваиваться. И здесь уже вопрос дохода, он, ну, то есть это не тупиковая ветвь, да, то есть он не ограничен, потому что можно развиваться, можно повышать квалификацию и можно вырасти от помощника там слесаря или токаря до инженера, директора и вплоть до собственника какого-то определенного бизнеса, примеры такие в принципе присутствуют. Почему? Потому что человек обладает такими своими интеллектуальными способностями, навыками и умениями, связанными с тем, что он создает больше потребительской ценности за единицу времени. И первый путь, когда вы работаете те же самые 8 часов, и тот же самый дворник в нашем примере, да, он покупает себе, я не знаю, там, средства для уборки улиц, да, то есть машина, которая метет. И он в итоге, получается, меняет средство производства. Он метет не руками, а он метет на механическом средстве. Он что делает? Во-первых, покупает его или просит, чтобы купили. Он обучается на этом, обретает новые навыки. И получается, что за 8 часов он может на самом деле убрать 4 участка этими механическими средствами. То есть растет производительность труда. И это первый вариант. Когда у вас увеличивается производительность, два варианта на самом деле, они относятся к одному и тому же. Второй вариант, который многие люди не знают, не применяют и не подходят к этому в таком ключе. Кстати, попробуйте применить это в своей собственной жизни. Я не говорю сейчас об удвоении дохода, но такое решение на самом деле оно пришло, когда я общался со своей двоюродной сестрой, и она сказала, я реально хочу получать в два раза больше. Я, соответственно, все то, что сейчас рассказываю вам, рассказал ей. Она говорит, я не могу сделать не то, не могу сделать другое. Я говорю, хорошо, а третий вариант ты рассматривала? Ты приходишь и говоришь своему шефу, слушай, у меня есть должностные обязанности, я отвечаю за определенные вещи. Давай так, у меня маленький ребенок, да, мне нужно постоянно приезжать, то есть я трачу 2-3 часа времени на то, чтобы просто прийти на рабочее место, хотя могу делать это дистанционно. Я не буду ездить, да, или буду находиться на рабочем месте меньше времени, но при этом моя производительность будет расти. То есть давай просто это замерим. Я не прошу повышения заработной платы. То есть очень важный момент. Я не прошу повышения заработной платы. Я прошу, чтобы я находился на рабочем месте 4 часа вместо 8. Качество моей работы никак не пострадает. То есть задумайтесь, я думаю, что не каждому это подойдет, но просто посмотрите, подумайте в таком ключе, проведите переговоры со своим работодателем, да, связанным с тем, что вы даете ему гарантии, обязательства, что результат труда не пострадает, но при этом необходимости присутствовать на работе нет. И делайте этот результат у себя непосредственно дома, используя предыдущее видео вот это, когда мы говорили про принцип Парето, то есть вы поймете на самом деле, когда поймете стоимость одной минуты вашего времени, сколько должно составлять, вы поймете, что в этом случае ваш доход тоже удвоился. То есть вы тратите время на то, чтобы получить те же самые деньги, времени вы тратите в два раза меньше. И тогда повышается ваша, опять-таки, производительность, да, вы становитесь более продуктивным, более эффективным. И это очень важная составляющая, которую нужно иметь в виду, когда речь идет об удвоении дохода. Высвободившееся время, то есть у вас на самом деле тогда высвобождается еще 4 часа, которые можно потратить, в первую очередь, о чем бы я говорил, на развитие навыков и умений, да, то есть получить права, я не знаю, там, освоить какое-то новое оборудование, освоить новую профессию, пойти на программирование, ну, просто посвятить непосредственно развитию интеллектуального капитала, да, то есть денежные средства вы будете получать те же самые, то есть в доходе вы не снизитесь, но при этом вы можете создавать или заниматься хобби, или создать какой-то бизнес, или найти какой-либо фриланс. То есть то, что непосредственно нравится. И даже если вы здесь будете получать 20% от того дохода, который получаете, количество времени, которое вы тратите, будет уменьшено. Кстати, друзья, я сделал отдельные расчеты математические. Во-первых, связанные с тем, сколько должна стоить минута вашего времени в зависимости от того, какой доход вы хотите получить. А также вот конкретный пример, теоретический пример, каким образом, соответственно, можно масштабироваться. То есть это, с одной стороны, теоретический пример, с другой стороны,
практический пример, который у меня возник в одной из поездки с таксистом. Обязательно подпишитесь на канал, в ближайшее время выйдет видео. Видео будет больше в форме каста, то есть это будут таблички, это будут расчеты, чтобы действительно это было понимание, каким образом это работает и устроено. Вы можете оставить комментарии. И это будет опять-таки посвящено тому, как можно будет удвоить доход. А если мне ни первый, ни второй, ни третий вариант не подходит, я вообще на государство работаю, мне что делать? Меняет работу? Имеющий желание ищет возможности, не имеющий желания ищет причину. И здесь опять мы приходим к вопросу, связанному о том, что почему ты остаешься на этой работе. То есть почему ты понимаешь то, что ты находишься в тупиковой ветви, у тебя есть... некий табель о рангах, ты приблизительно можешь спрогнозировать, сколько у тебя будет рост зарплаты по мере повышения разряда, квалификации, времени работы, какие у тебя будут отпускные. То есть, в принципе, в таких структурах это все прописано, да, то есть это можно посмотреть и можно видеть. Тогда у меня возникает вопрос, это тоже со своим однокурсником общался, он там на самом деле большую должность занимает, но при этом работает в государстве, да, в системе наркоконтроля. Он говорит, я нахожусь в нормальной должности, выше, чем у меня звание сейчас, он является подполковником уже. Он говорит, ну вот у меня предел там 75-80 тысяч. Но я не могу уйти. Я говорю, уходи. Я просто знаю этого человека. Мы сидели с ним за одной партой. Он очень хорошо учился, он очень коммуникабельный. Ну, мы очень близки на самом деле в наших знаниях, которые мы вместе получили в одинаковое время, в одинаковый срок. Но при этом для него важна была стабильность заработной платы, государственная служба, и по этой стезе пошел. А у меня получилось, что немножко изменилось все, да, то есть я больше пошел в коммерцию, в финансы, и еще жизненная ситуация возникла таким образом, что я вынужден был взять ответственность за семью, за свои доходы, создавать бизнес. По прошествии практически 20 лет очень сильно расходимся в доходах. И если посмотреть, причина основная, с чем связана? Связана с количеством потребительской ценности, создаваемой за единицу времени. Больше, в принципе, мы ничем не отличаемся. И здесь, наверное, нужно тоже согласиться с тем, что количество обучения, прочтения книг, которые прошел я, оно немножко больше, да, чем человек, который остался в том месте, потому что нет необходимости. Потому что движение по карьерной лестнице, оно связано исключительно с оперативным опытом и количеством выслуги лет, которые непосредственно получил, ну и назначением новой должности, которую человек получает. И поэтому, так как это понятно, ну, для того, чтобы соответствовать этим требованиям и перейти на шаг выше, ну, то есть на next level, нужно удовлетворять определенным критериям. И человек, соответственно, удовлетворяет только эти критерии, не расширяясь в ширину, да, в рамках знаний, компетенций, умений, которые у него возникают. И это в итоге приводит к очень сильному расхождению. И опять-таки, чем отличаются богатые от бедных, в первую очередь интеллектуальным капиталом, теми знаниями, навыками, умениями, которые они обладают. Они, в свою очередь, необходимы для создания потребительской ценности. Поэтому, когда возникает вопрос, что я нахожусь в четко регламентированной системе, вопрос, а если ты там находишься, и если ты не можешь куда-то сдвинуться, для тебя ты не можешь взять ответственность за себя, в первую очередь, ответственность за развитие своего интеллектуального капитала. Потому что, опять же, есть вещи, которые позволяют работать дистанционно, владеть определенными навыками и умениями, за которые ты будешь получать деньги не меньше, чем ты получаешь, работая на государственной службе на каком-то определенном окладе. Вот и все. Наверное, такой ответ я бы дал людям, которые говорят, что я ограничен. Вопрос, как я считаю, ограничения, они все-таки в голове. Это вот первая история, да, связанная с ограничением в голове, а второе, а возможно, денег просто больше не нужно. Потому что мы тоже уже об этом говорили, что подсознательно люди боятся больших денег, потому что это страшно. То есть для россиян, я вот в 2017 году, у меня было порядка 50 обращений людей достаточно молодых, которые подняли деньги на криптовалюте и которые, соответственно, приходили с запросами, что у меня деньги есть, я готов там 1-2 миллиона долларов непосредственно вложить. Им страшно, да, то есть им самим страшно от этих денег. И в итоге там кто-то неудачно трейдил, да, кто-то неудачно продал, у кого-то это сохранились. Но сейчас всех этих людей в окружении нет и запросов нет. Или они что-то нашли для себя, то есть они, с одной стороны, клиентами не стали, но им было очень страшно, зато вопрос сохранения, находясь в условиях там сверхвысокой волатильности. Поэтому здесь, с одной стороны, ответ простой, с другой стороны, он сложный, кому-то он зайдет, кому-то не зайдет, но здесь я высказываю свое собственное мнение, и
просто попробовать, да, то есть как есть хорошая поговорка, лучше рискнуть и пожалеть, чем не рискнуть и пожалеть. И тут не значит, что нужно сжигать за собой мосты и идти только вперед. Если вы немного переживаете, то по чуть-чуть просто начните с чтения книг, с развития новых знаний, навыков и умений. Пробуйте себя где-то, какая-то подработка дистанционная. Друзья, если вы согласны с моим мнением, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий под данным видео, подписывайтесь обязательно на канал. Напомню еще раз, в ближайшее время будет видео с математикой, с расчетами, связанными с тем, каким образом можно удвоить доход. И я думаю, мы отдельный плейлист на канале по этому поводу создадим. У меня же на этом все. До свидания и удачи!